Всем привет, дорогие друзья! Вы на моем канале Lord Вуду Железное Сердце. Мы продолжаем прохождение игрушки Unravel. Распутай. Играем мы за замечательного котенка, который пытается бабульке напомнить, как у нее жизнь прошла. Вот это вот мы разведали уже. 4 из 5 секретов мы нашли. Я не хочу туда опять возвращаться, я хочу что-нибудь новенькое разузнать. Мы можем даже выше куда-то собираться. По полочкам, по разным фотографиям ходить. Ты... Сколько тут еще неизведанных мест? Потолком какие-то фиговинки. Давайте отправимся куда-нибудь, не знаю. В вентиляторе поболтаться, что ли. Так. А лампу повесили. Все, и опять вернулись на стол. Замечательно. А вниз мы не можем спуститься почему-то. 4 из 5 нашли мы секретиков. О, в соседнюю комнату можно пойти. Так, тут тупик. Вот тут можно повиснуть на дверке. Что у нас? Зеркальце какое-то есть. Так, давайте сюда. Опа. Вот в эту картину пойдем. Рейлс какие-то. Ага. То есть по порядку только можно. Куда хочется, нельзя ходить. Даунхолл, не можем мы сюда еще. То есть надо по порядку, все, я понял. Люстру свалим. Падай, люстра. Хочет падать. Так, сюда тоже закрыто. Вот, море. Море открыто. Что ж, пойдемте на море. Раз по порядку, наверное, усложняться будет игра по ходу прохождения. И мы будем какие-то новые открывать места. Крабик живой, шевелится. Кубок на море. Куда я попал? За голову держится такой. Еловые шишки, блин, нитки же запутаются в еловых шишках. Колоться буду. Первое воспоминание. Бегают с воздушным змеем по берегу. Добрали это воспоминание. Надо теперь наверх как-то. Попасть. Ты, блин. И загадки уже пошли. Ох, блин, по голове-то прям. Да ужас прям. Телескоп. Бегу. Ой,
Да вот тебе и загадки пошли уже. Поинтересней. Так, ниточка может у нас закончится. Мы что-то уже похудели очень сильно. Давай с другой стороны. Да елки, не попал. Отлично. Блин. Лавочка корявая. Что мне теперь умереть на этой лавке, что ли? Сеточка, по ней можно лазить. Так. Воздушный змей. Пойдем его спасать. Спасибо. Всю жизнь мечтал. Так, еще раз натянем тетиву и будем прыгать. Точно. Веревка закончилась. Блин, узлов понавязал. Чуть-чуть осталось. Черт. А все из-за чего? Лишнюю нитку где-то путанули. Здесь вот лишнюю нитку всего лишь путанули, и все, уже не хватает. Такое усложнение сразу пошло резкое. Даже не интересно. Что ж, возвращаться. Теперь хватило. Блин, разбился, что ли? Ой-ой-ой-ой, куда ты полетел? Моя веревка-то разматывается. Где-то надо спрыгнуть еще вовремя успеть. Что такое? Заматывай назад. О, можно управлять им. О, я научился управлять. Куда полетел? Вверх давай. Вверх давай, вверх, вверх. О. Ну, поверху пойдем. Че, зачем ты отпустился-то? Надо облетать еловые ветки, все, я понял. Давай, вверх, вверх, вверх! Вверх, 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 вверх. Вот отлично. Вниз. Вверх! Вверх! Вверх, вверх. Опа. Почти долетели. Летим. Летим, летим. Куда? Куда опускаешься? Давай.
Вверх. Вот она, веревочка. Оп, прилетели. Все, ништяк. Ух. И года не прошло, и мы преодолели все такие ништяк. Так, ну что, продолжим наше путешествие. Пересохранились, когда пуговка снизу. Кто пуговка? Поназапутывали, по-моему, ненужных узлов. Ниже прыгнешь? Ниже он не прыгнет. А к чему это нам? Чё к чему? Это вообще спонтовщина. Оба разбились. Сохранялочка. Сохранялочка хочет нас убить просто. А туда запрыгиваем. Опа. Сохранились, теперь можно идти дальше. Аккуратненько спускаемся. Пушки! Пушки, идите отсюда! Мешает. Мне, наверное, пригодитесь, раз вы тут лежите. Вон сколько шишек насобирал. О. О. Чтоб залезть можно было. А, кстати, там под шишками ничего не было, надеюсь. Это уже я не узнаю. Ладно. Ух ты, крабик! Блин! Зараза, этот крабик. Погубил душу, блин. Котенка славного. Мир полон опасностей. Давай, давай, запрыгивай. Не, крабик, я к тебе уже не спущусь. Спасибо, конечно, за дружелюбный прием такой. Что-то можно связать. Зачем-то. И что это нам даст? Крабика поймать в сетку? По-моему, это просто ловушка. О, веревочка. Сохраняемся. Так, ну теперь не страшно погибать. Точно ничего нету. Этот пенек меня интересует, тут снизу стоит тут. Вот это вот что такое? Неужели он ничего не дает? Так, и что? Сохранились мы тут, а что нам дальше делать?
сказали, блин. Ой! Вылазь, вылазь быстрее! О, монетка. Прикольно. Случайно просто в воду окунулись, монетку. Так, раскачиваемся и... Да. Как-то странно это все. Вылазь, вылазь, вылазь. Что худенький такой котенок у нас? Что-то мы много понавязали. Нам не хватит веревки. Бах. Оба, только не по голове, только не на... Только не по голове. Птичка. О, сохранялочка новая. Идем дальше. Что-то какая-то разруха тут, как постапокалипсис какой-то прошел. Посмотрим, что тут. Для нас тут что-то спрятали. Ах ты, спрятали, только дойти не можем, а? До пуговки-то дойти. Прыгнуть хочу. Дайте спрыгнуть. Да зачем нам тут? Ветка не сломается, она крепкая. Да. Сколько странных вещей происходит. Блин, куда ты? Вылазь! Ты, волна. Блин, волна смыла. Вот. Негодяйка, а. А давай ветку потащим, можешь? К чему она? Ёлки-палки, опять волной сейчас смою. Оп, 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 оп. Так вот сделаем, не знаю, зачем так сделать. Сохранились. Теперь у нас ниточки хватит, чтобы дойти до той пуговки.
удлинились, теперь можно дойти и пуговку достать. Yes! АБХСС. Продолжим наше путешествие. Так, сюда не надо нам. А зачем это? Да елки-палки, вылазь. Не сдохла. Да ё-моё, ну что ж такое-то у тебя там случилось? Волна пройдет. Волну нам не надо. Бляха-муха. Быстрее, 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 быстрее. Все. Сохранились. Есть. Идем дальше. Так, сверху там что-то у нас есть. Это можно отодвинуть. Давай отправим в свободное плавание. Фиг, она не достает до туда. Так, ну что такое? Эй! Что ж делать-то за... Все-таки утонул. Да. Че, что за сделать? Какая замечательная прогулка была. И так бесславно закончилось, а? Оба зацепились каким-то чудом. Да. Все, я понял, ее надо натянуть и аккуратненько опустить. Так. И тогда мы достаем отсюда. Там монетка лежит. Черт. Опа. Раскачка. Полетели. Отлично. Дальше. Узелочек завяжи.
Давай ниточку собери, белочек. Ой, понавязал, блин, вот дебила. Увязывай нахер. Нам надо ту ниточку. Раскачивайся. Еще сильнее надо. Подобрали мы эту монетку. Чуть не сдохли. Теперь надо запрыгнуть. Типа получилось. Раз. А монетка, кстати, мы схавалась, монетка наша. Да, вон она схавалась. Монетка хавается один раз, отлично. Как говорится, и года не прошло. И сделали себе лебедочку. Как бы хватило сейчас веревки, а то скажут: ох, извините, веревочка закончилась. Все. Пуф, преодолели мы это дело. Сложно. Сложно было. Крабик. Крабик, иди сюда. Ну тебе нафиг. Ой-ой-ой, быстрее. Какая глупая, дохлая смерть, а. Птичка. Ну, покатай меня. И чё он? А, вон, лазит. Шпагатик. Привет, птичка. Засала. Так, крабик любит. Мангусик любит. А мы по спинке. По спинке! Бегай! Классно вообще. Прям матросы. Ух ты, крабик. Выманить. А что это такое? Это шайтан машина. А, это можно вытащить. Мангусты, все. Бежи. Натяни веревку сначала. Натягивай, натягивай. Вот же ленивый какой, а. Че ты не завязал-то? Тебя моллюска, забирай, жадный краб. На тебе. Держи, вот тебе открытая чашка. Ушел он. А я сохранюсь, пока что там жрешь, брюхатишься. Так, идем дальше. Морская вода плохо влияет на кожу нашего котенка. О, рыбу ловят, типа. Так, еще одно воспоминание. Блин, зря я спустился сюда. Надо быстро прибегать. Быстро. Оп-оп, побежали. Проверю.
Чувствую я веревочку. Кто как тут глубоко-то? Будем прыгать, значит. Так, это буйок, мы на нем будем плавать. Это наш корабль. Поплыли. Серфингист. Бляха-муха. Утонуть можно. Это было жестко. Веревочку натягивай. Надо теперь надо туда прыгнуть. И наверх. Давай тоже завяжемся. На всякий случай. Ой-ой-ой-ой. Все. Сдохнем. Сдохнем сейчас. Как знала. Опять здесь, а. Не завязал-то. Может, буёк притащить? Пригодится. Да, это опасно. Буёк тащим. Стопудово вот пригодится нам этот буйок. О! Отсюда мы вот его сюда сейчас затащим. У нас получится.
пенопленного буйка нам вообще не жизнь. Оба, я ж сказал, он нам нужен. Так, ну все. Можно идти дальше. Это сетка для крабов, что ли? Что это такое? Что это он машину заставит работать? О. Пускай! Ну тяни, чё ты? Сидит, краба жрет, а мы тут ничего не можем сделать. Зачем мне сюда идти? Чтоб волной смыло. Бегай! По мордасам. Куда ты меня тащишь? Я ж умру. Чертов краб, а? Говню. Тяни, тяни, чё ты? Чё она не тянется, я понять не могу. Просто надо было подождать немножко. Это что же такое? Чудо. Техники какой-то. Так, узелок. И тут тоже узелок сейчас завяжем. И, наверное, будем куда-то прыгать. Чем-то. Толкай. Ты не можешь? Тяжелая. Ты Геракл еще тут. Вызвался, говорит, я Геракл. Геракакл. Все обкакал. Надо было зацепиться, наверное. Птичка, стой! Так, и что тут делаем? Прыгаем вниз.
Лавочка. Все, воды уже больше не будет. Ага, не будет. Крабик. Всех в ловушку бы загнать. Вяло как-то раскачивается. Ее как-то опустить. Сеточку. А, дай. Получилось! Yes! Крутанемся! Ой! Ты какую-то нафигачил. Бревно скользкое, что ли? Падаем мы с него. А, это вот калитка, наверное, открывается. Так, все, я понял. Надо узелок завязать, значит. Вот как-то вот так вот его фигануть. Вяжи, узел вяжи. Блин, тут темно и страшно. А тут что? Прыгать будем? Что? Прыгать. Что это за коробочка такие? Ничего, ничего. Тут страшно как-то, темно. И... Оп. А теперь? Ее и упали мы куда-то. Видимо, заново потом придется сейчас все это делать. А вниз? Нельзя было. Нитки намочили. Какой ужас. Заводим. Вентилятор не надо. Ох ты, нитку разрубили нашу. Ну это смерть, это была смерть. Монетка там. Окей. Монетка это тоже хорошо. Теперь осталось понять, что с этим двигателем долбаным делать. Здесь делаем узелок и тянем. Так. Давай еще теперь тяни. Тяни. Опа!
ЕСБХСС! Поехали кататься, милашка! Блин, веревка. Тут я зацепиться, наверное. Ты что так радуешься-то? Веревка закончилась. И что тут такого хорошего? Приплыл. Довольный такой. Тобой. Радуется. Так, ну ладно, пойдем гулять. Что-то мне кажется, у тебя веревка сейчас закончится. Догуляемся. Оба. Нашли. Мы так долго к этому шли, и мы наконец-таки дошли. Лодочник. Рыбулька нашлась наша вязаная. И все, пойдем теперь вернем ее. Бабульке на альбомчик. Сейчас посмотрим, что там, за новые фотографии. Фотографильки нашли. Память. Я верну тебе память, бабуля. Все оказалось намного легче и прозаичней. Как много времени я там потратил. Море. Море. По пляжу со змеем они бегают. Загорают. Крабов ловят, мучают. Точно, точно. Это лодка. Это лодка. Ну а следующая глава уже будет в следующей серии, дорогие друзья. Ставьте, пожалуйста, пальчики вверх, подписывайтесь на канал. Мы гуляли по морю. А в следующей серии мы отправимся в следующую картинку. Всем пока, не забывайте писать комментарии внизу под видео. Ну и, конечно же, лайки, подписываться на канал. Всем пока. Волшебное универсальное бревнышко у нас тут. Че он так использует? Чему это? Черт, блин, я так и знал, что какой-то там подвох.